Не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Серьезная авария сегодня произошла в Челябинске. Вот первые кадры с места происшествия. «Лада Приора» двигалась по улице Черкасской. Машина вылетела с дороги на обочину и снесла фонарный столб. Удар был такой силы, что сейчас опора практически рухнула. Держится только на обломках арматуры. У машины смята крыша. Водитель с многочисленными переломами находится в больнице. Пассажирка «Лады» получила только ушибы и смогла сама выйти из автомобиля. Сейчас аварийные службы восстанавливают опору освещения. На время работ было остановлено движение троллейбусов.